Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, давай-ка начнем с заданий. Открыть колоду я заберу. Наградушку за то, что испытание прошел, тоже заберу. Так, поднять уровень персонажа. А мы с тобой остановились на ком? На Крис Брэдфорд. Да-да, именно он. И нам нужно найти еще 17 комиксов. 17. Ну что же, погнали. Опачки. Слету один получили. Ну и на этом, наверное, все, да? Больше комиксов мне даже и не светит. Хотя, давай проверим. Вдруг все-таки выпадет. Ну хотя бы парочка комиксов еще. Вот. Причем комикс называется «Чувак». Что за комиксы такие интересные читают у нас черепашки, я не знаю. Так, будем с тобой искать, пока не выполним задание. Все, друзья мои, нашли. Точнее, не нашли, а выполнили. И у нас, блин, еще 14 комиксов. Я, по-моему, вот эту вот рекламную паузу буду качать дольше, чем что-либо. Вот такое вот складывается впечатление. Ладно, заберем с тобой здесь награды. Сколько у нас с тобой мутагена? 25 тысяч. Ну, это, кстати, немало. Это немало. Мы можем с тобой дальше продолжить поднимать по уровню Криса Брэдфорда. До 80-го у меня такая цель его возвысить. Здесь забираем наградочки. У нас с тобой 16 откатов. В магазине мы сейчас с тобой посмотрим, что у нас тут есть. К сожалению, ничегошеньки не можем с тобой приобрести. О, жетонов 105 штук. Берем, опять же, Лео. Классику. Ну, по жетонам все понятно. Тут все кисло. Причем уже давно. Опачки, вот это я, по-моему, за кадром сделаю. Я набью себе телепорты, они нужны. Они у меня на, как говорится, вес золота. Ну что, начнем с турнирки, как обычно. Потом пойдем на испытания. Лига мастеров, одна звезда, ранг 20. То есть меня уже охламоны сбросили, да? Скинули. Но мы-то с вами уперты. Мы, как всегда, побежим обратно. Сломя голову, будем пробиваться. И, по-моему, в прошлый раз я отыгрывал полтинники, верно? Верно. Так что начнем, пожалуй, так же. Но ты не забывай, что там были 65 и 68 уровни. А теперь 71 и 73. То есть уже пасочка. Причем конкретная. Так что давай будем смотреть, как у нас тут мои Усаги и Леонардо будут справляться. Потому что если они пасанут, то вот эти малыши уже явно их добить не смогут. Вот здесь вот, например, носорог меня. Нет, мы его подбили. Я думал, что он сможет все-таки выжить и бомбанет по кому-нибудь. А если применит еще и паяльную лампу свою, то 50 уровень просто рассыпались бы. Ладно, друзья мои, мы должны вернуться в Лигу мастеров 2 звезды. Это уже будет на следующий бой. Так, 23 кубка. Годится. Единственное, что у нас с тобой откаты очень быстро тратятся. Так, что сегодня за день недели, я вот не помню. По-моему, пятница, да? Пятница. Или суббота. Или четверг. Совсем запутался в этих днях. Ладно, ребят, неважно. Главное, что близко уже конец недели. Нам нужно, как говорится, подтянуть штаны, да? Затянуть на уровне груди, чтобы они не спали с нас. Ну и держать эту форму до последнего, до конца недели. Потому что я не хочу получать ничтожный реворд. Я уже как бы привык ко вкусняшкам. Я думаю, что ты тоже. И, как говорится, на низшие мы с тобой, ну, не способны и не готовы. И не хотим. Пока все у нас идеально. Пока все идеально. Мы с тобой двигаемся дальше. Уверенно, с высоко поднятой головой, подбородок в небо. Идем. Главное не споткнуться. Так, ну что, мы с тобой в мастер 2 звезды уже забрались. 96-я позиция. Но я думаю, что здесь мы с тобой, конечно, все потратим. Только лишь потому, что, ну, сам понимаешь, постоянно брать Леонардо, постоянно брать Усаги и играть 50-ми уровнями, ну, результат так себе. Ну, слава богу, что они хотя бы есть. И опять же, за просмотр рекламы я набил себе именно вот эти вот 10, как говорится, откатов. 10 откатов, плюс один у меня был в запасе, итого 11. Но у меня есть деньги, которые либо мы можем спустить на откаты, либо купить себе телепорты. Ну, телепорты тоже, понимаешь, нужны.
Мы с тобой очень много всяких элементов ищем, много делаем фарма, и, как говорится, туда эти телепорты просто как в печку улетают. И в данный момент у нас 914 долларов, а нам нужно 1200, по-моему, чтобы купить 200 откатов. Ну, опять же, тебе скажу, что это под вопросом. Я еще не решил, куда потратить. Так, ну что, Тимофей, давай мы с тобой, наверное, подеремся чуть-чуть. Совсем капельку, да? Я быстренько, как говорится, побью. Быстренько тебя побью и уйду. Ты даже испугаться не успеешь. Так, поехали, ребят. Сейчас мы Юсаги сделает свой козырный удар с постепенным уроном. Да, почему-то в последнее время я смотрю Рокстеди, как будто у него какой-то врожденный иммунитет. Тихо, 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 Донни. Ты что за выкрутасы? Ладно, постепенный урон в любом случае его добьет, даже если он выживет. А он выживет, и никто ничего ему... Нет. Надо же, Бибоп его все-таки пробил, и это классно. Ну что же, продвигаемся дальше. Сейчас будет 80-я позиция. Хоть я и говорю, что надо дойти до полтинника, но в этом случае нам нужно с вами, ребята, дойти до мастера одной звезды. И причем желательно в топчик. Ну, в топчик вряд ли мы, конечно, залетим с тобой. Для этого просто не хватит у меня мощей продавить эту всю серьезную стену, которая еще ждет меня впереди. Но какие-то попыточки я сделаю, ребята. И самое, что меня вот удивило сегодня, ребята, да, когда я проходил игру «Растения против зомби-героя», как я все-таки в конце накатил, да, этого мозг-атаку. Блин, мне аж прям самому понравился. Но, честно говоря, я думал, что будет намного-намного сложнее. Но, видишь, все получилось очень и очень даже хорошо. Так, ладно. Справились. Ну, естественно, постепенный урон все-таки делает свои великие дела. Не будь он Усаги, верно? Не зря я его, ребята, в свое время хотел очень сильно получить. Я получил и до сих пор не жалею. Хоть я и говорю, что он по именно защите слабенький, но именно по атаке он дамажит, будь здоров. И никто ему, как говорится, ничего не скажет поперек. Кстати, тут недавно комментарий читал, и Рэй, да ладно, типа, Лео классика круче? И я сижу и думаю, а чем он круче? Можешь мне объяснить? Чем? Что в нем такого мощного? Нет, ну может быть, конечно, если я его прокачаю до сотого уровня, он будет имба. Но у него, например, в отличие от этого Лео, хила нету. У него есть там что? Массовая атака. Есть атака в прыжке, да? Пробивной удар, я так бы сказал бы его. Но у Лео два пробивных плюс хил, и ты с этим ничего не сделаешь. У классики нет такого набора. Мы даже с тобой сейчас специально сравним. Вот я после этого боя. Воу-воу-воу, подожди, а что я... Твою ж налево, вот заговорился. Я забыл. Да, ребята, вот что значит. Я просто заговорился и забыл, что мы с вами здесь должны бомбить массовыми атаками. А я тут просто на расслабоне сижу, бью обычными ударами. Вот дуралей, а. Бывает же такое. В общем, короче, после этого боя мы специально с тобой выйдем и глянем, что есть у Лео классики, да, и у нашего Леонардо, вот у этого. Давай, мне просто самому интересно, чем же он лучше. Может быть, ты просто так наобум сказал? Может быть, он просто тебе нравится, но не тем, что он лучше для всех. Скорее всего, ты именно это и имел в виду. Так, смотри, вот наш Лео. Вот его навыки. Идем на Лео классику. Он где-то у нас далеко-далеко в низине. Вот он. Навыки. Так, что у нас тут? Боевые навыки Леонардо укрепляют дух по команде. В начале хода с вероятностью постепенно исцеляет союзников класса дух. Угу, понятно. Так, и вот, ребята, ногой в лицо бросает во врага сломанного футбота. Увеличивает силу атаки на 60%. Ну, я тебе скажу, это, по-моему, даже не массовая атака. Это обычный, как говорится, бросок сломанного футбота именно в противника, то есть одиночная атака. И все, ну что вот у нас там?
Черепашья сила. Так, Леонардо бросает вызов. Так, направив на них катаны. Снять негативы. То есть снять дебафы. И вот пробивной удар. Слушай, но тут он уже в любом случае проигрывает. В любом случае, потому что здесь массовая атака. Плюс Лео делает отхил, есть вероятность, да, в начале хода. Плюс общий отхил и супер пробивной удар. Нет, ребят, что хотите, говорите, но вот этот Лео намного круче, чем классический. Ну, как ни крути. Да, там есть снять негативы, ну, дебафы. Там есть супер удар. Опять же, одиночный, не массовая атака. Там есть... что там еще есть? Ну, этот... пробивной удар сверху, когда он прыгает. Да и все. Ребят, вы можете, конечно, поддержать либо меня, либо тот, кто написал этот комментарий. Вот ваше мнение, кто круче, вот этот Леонардо или классический? Вот мне вот интересно знать чисто ваше мнение. Так, ну ладно, а мы пока продолжаем с вами турнир. Поехали. Мы продолжаем турнир и возьмем с вами Франциско. Окей, погнали. Возьмем с тобой Франциско и Кирби, Мондагека и Бакстер Муха. Да, конечно, тот бой я сфейлился. Я заговорился, ребята, и вместо начал обычный, ой, вместо массовых атак стал делать обычный. Зачем? Вот лопух-то, а. Хорошо вовремя остепенился, а то бы вообще бы там всех сфейлили бы. Тихо, тихо, Сплинтер, не надо буянить. Слушай, мне кажется, что... Да, ага. Я думал, Рафаэль сейчас выживет, а у него уже постепенно урон висел над головой, поэтому я как-то даже не успел увидеть это. Бывает, ребята, иногда отвлекаешься на какие-то свои мысли, пока думаешь, и можешь что-то не заметить. Поэтому можешь списывать это на невнимательность. Но это не то, что я прям нарочно что-то не увидел. Нет, просто где-то проглядел или не доглядел. Ладно, друзья, продолжаем наши бои. Дайте-ка мне, пожалуйста, кого-нибудь. Вот, 24 кубки, и это Хала. И ранг, ты посмотри, 78-й, 79-й, ой, топчик идет. Идет, друзья мои, топчик. Ну, я думаю, что мы этот топчик просто растопчем с тобой. Еще сегодня испытания, не забываем об этом. По-моему, даже два испытания. Сегодня же Усаги вроде бы, да, у нас там готовится. По-моему, да. Ну вот, не знаю. Ну ладно, сходим с тобой. Побомбим его маленечко, так сказать, да? Потешим себя. Ну и его тоже. Ну, вначале, конечно, будем бомбить на арене. До последнего. У нас осталось два отката, друзья. Два отката. Мне не хватит, чтобы я смог ворваться в Лигу Мастеров. Можно, конечно, купить откатики. Понимаешь, дело в том, что сегодня у меня последний выходной и два дня рабочих. Если я сейчас не бустану, я потом вряд ли что-то смогу сделать. Я просто потеряю два дня. И мы можем с тобой в топчик не попасть. Ну, мы, может быть, устоим с тобой в Лиге Мастеров одна звезда. Но это будет буквально на грани. Так что я, наверное, предлагаю сегодня взять, купить 10 откатов и прожать, прожать хорошенько. Чтобы гарантия уже была 100%, что я могу работать спокойно. А здесь, как говорится, у нас будет все тоже спокойно. Без всяких выкрутасов. То есть, чтобы мне не приходилось заглядывать в игру, и они сбросили ли меня опять там в Лигу Мастеров 2 звезды. Так что давай, наверное, мы с тобой так и поступим. Погоди-ка. А, ну да, откат. Я думаю, что-то по сумме не получается немножко. И вдруг вспомнил, что здесь 1050 на 250 этих телепортов. Ладно, берем. Вот таким вот образом. И продолжаем наши поединки. Это всего лишь у нас на 5 боев с тобой, да? Билетов взято. Вот, берем с тобой Марку. Берем с тобой Марку. Да, тут буквально чуть-чуть осталось поиграть. И там уже пойдет имба. Можно даже билетики не тратить, в принципе. Вот это, наверное, последний из магикян, которые остаются у нас с тобой, да? Это Шархан и Змейковьюн. Остальные уже более-менее способны сами за себя постоять.
И можно даже, наверное, не брать Усаги и Лео. Хотя я уже к ним так прикипел, что без них просто уже не представляю ни одного боя. Особенно, когда мы идем с тобой куда-то на испытание, да, и его там просто нету. Сразу так грустно становится. Ну что, идеальная победа, что еще тут можно было ожидать? Двигаемся дальше. Но баран кивнул. Нужно еще сделать один бой. Да что же они мне не дают 24 кубка-то? Что же вы делаете? Я вроде бы поднимаюсь все выше и выше, а они меня до сих пор травят 23 до 23. Вот, 24. Лукас. Лукас у нас, да? Раз, два, три. Все, ребята. Еще, ну, получается, где-то боя 2 мы с тобой можем сделать максимальное количество. И трындец. Так, Зэк ходит первым со своей бомбочкой. Так, давай-ка мы немножко пощекотаем пяточки своими катанами. Так, Бибоп, ты что-то какой-то живучий чересчур. Смотри-ка, выжил, но это ненадолго. Он, наверное, специально ждал, чтобы Карека к нему подбежала, шепнула ему что-то на ушки, и он пумс, в отключку упал. Ну что же, поехали далее. Вот мы наконец-то с тобой и в Лиге Мастеров 3 звезды. У нас с тобой еще парочку боев в запасике, так сказать, есть. И вот наконец-то дают уже 24 кубка. Без всяких, как говорится, нытиков. Поехали. Раз, два, три, четыре. Ну и давай возьмем, наверное, просто Усаги с тобой. Да. И буквально да еще потом у нас с тобой останется один бой. О, тут кролики. Так, друзья мои, давай Усаги. Давай-ка на постепенку разводи их. Да ну, ты издеваешься. Ты просто сейчас посмеялся, да, мне в лицо. Ну вот Усаги, ну, тихо. Твою же налево, блин. Давайте еще Бакстера Стокмана мне бомбаните. Давай, 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 давай. Изи. Отлично. Справились, но Бакстер, конечно, чуть было не упал. Я смотрю на его хп, и у меня аж скупая слеза идет по щеке. Ладно, победа за нами, ребят. А ранг какой, 80-й? А, 77-й даже. Вообще хорошечно. Так, и мы здесь с тобой. А тут уже все абсолютно одинаковые, да, 79-й ранги. Ладно, возьмем Димку, потому что здесь Донателло 78-го затесался. Раз, два, три. Так уж и быть, так уж и быть, ребята. Возьму еще на последний бой Леонардо и Усаги. Но это последний бой на сегодня будет на Лиге. Давай-ка вжарим хорошенько. Вжарим. Угу, вжарили по струнам. Так. Майки, красавчик. Давай-ка мы теперь супер-пупер вертуху. Шикарненько, на всех постепенка висит. Это огромный-огромный жирный плюсик к нам. Ну что вы не хотите падать, роднульки? Бумс, один готов. Второй готов, все. Мы прошли с тобой. Ну, имбой проходить, как говорится, это легко и просто. О, солнышко вылезло на улице. Потеплело. Так, итого мы на 63-м месте. Ну все, ребята, с аренушкой мы заканчиваем на сегодня. И идем на испыташки. Ух ты. Так, городская война, тени на солнце. Что нам здесь нужно? А нам нужны здесь с тобой Кунаичи, Алапекс и Шинигами. Ну что, поехали, погнали. Что-то, конечно, мне по картам не очень хорошую дали команду, если честно. Вряд ли я смогу сегодня здесь все пройти. Кто у нас тут? Ну, Бакстер, Зэк, да, 80-го уровня, плюс Рокзарчик, Тигр, Крис, 70-х уровней, да, 77-го. Ну да, получается, Тигр самое слабое звено у нас в этих катках. Но если что, нам придется от него просто-напросто отказаться. Я думаю, что Крис Брэдфорд, ну, на 77-м уровне не очень сильно уступает 80-м уровню. Но все равно сам факт, что мы навряд ли сможем пройти полностью это испытание. Или же пройдем, но не без потерь. Посмотрим, короче, как пойдут у нас дела. Погнали с тобой за ДНК на Дони.
Так, естественно, друзья мои, ставим на автобой. Потому что здесь пока, как говорится, нечего делать нам. Просто наблюдаем. Эти ребята справляются на изи и без меня, так как здесь 20-й всего лишь уровень. Начнется, когда уже где-то 50-й, 60-й, там уже, да, надо будет брать управление свое в руки, потому что они начнут, как всегда, глупостью заниматься, и наши бойцы могут пострадать. Так. Конечно, хотелось бы прокачать как можно скорее рекламную паузу именно у Криса. Это же все-таки, ну, как бы доп-защита. Было бы круто. Там, кстати, насколько она повысится, я вот не смотрел. Ладно, когда прокачаем, глянем, насколько будет повышение там. Именно по процентам защиты. Так, ну что, двигаемся дальше. Тут три волны. Встречает нас с тобой чумные крысы. Естественно, все идет на изи. Никакого сопротивления здесь не будет. Бронированные тараканы, именно 4 штучки. Тоже так же их легко и безмятежно разбираем. Погнали далее. Так, морозильная кошка. Кстати, кто-то из подписчиков писал: Рэй, я очень сильно хочу, чтобы ты побыстрее прокачал морозильную кошку. Почему? Пока не знаю, ребята. Чем она может нравиться? Нет, ну конечно, как саппорт, я не спорю. Морозилка, она хороша. У нее все-таки есть и отхил, у нее есть ускорение. Вот этот, конечно, снежный комок ни к селу, ни к городу. Вот ее эта атака. Мне как бы она не особо нравится. Да, есть шанс заморозить на один ход врага. Но это как бы не то, что хотелось бы. Была бы массовая атака, заморозка всех врагов, вот здесь было бы имбово. Ну то, что да, то, что вот ускорение у нее есть и массовый отхил, это, конечно, плюсик. Ну и все-таки мне кажется, что именно по ХП, мне кажется, она все-таки будет превосходить того же самого Кирби или Муху. Могу ошибаться, друзья мои, могу ошибаться. Но мне почему-то кажется, что именно морозильная кошка, она более-менее, как сказать, более как боец идет. Она даже похожа, потому что, ну, Муха это вообще ни о чем. Муха этот вшивый профессор, которого мы помним, да, на которого упал мутаген, и он превратился в эту Муху, причем, главное, вот в последнем сериале этот профессор именно начал химичить вот эти вот киберкостюмы, в котором он там все время лазил, грабил банки для своих экспериментов, чтобы, ну, денег не хватало ему, пока его там, конечно, не поймали. И опять же, попал он, по-моему, как он там, сам попал или облил себе, я вот, честно говоря, не помню сейчас, как он в этом костюме-то оказался. Он вначале был обычным, да, потом все-таки на него упал этот мутаген, и он как бы сросся с этим костюмом и стал еще супер-пупер злодеем там. По-моему, так это все было. Ладно, двигаемся дальше. Что-то я уже куда-то не туда пошел. Мысль уже не о том. Нам нужно с тобой сосредоточиться вот на этом поединке. Потом мы пойдем бомбить Усаги. Единственное, что мы, наверное, с тобой потратим весь сыр, и нам не хватит с тобой на эксперт испытания мощи. А мне, как говорится, нужны эти элементы. Там надо будет смотреть, как пойдут дела у нас. Так, ну что, ребят, переходим на четвертую последнюю волну. И здесь у нас, ага, Кунаичи, Лео и Сплинтер. Так, давай их всех в разнос. Кунаичи сильная, я не спорю. Особенно ее вот эта вот последняя атака, массовая, электрическая. Если ее прокачать, вообще будет имба. Так же, как и Бакстер Стокман. Тоже мне нравится он именно по своим двум атакам. Что маузеры, что смертельная волна. Но смертельная волна может повесить постепенный урон. Что, мне кажется, будет лучше, чем просто пробегутся маузера. Так, ну что, Эйприл Кунаичи у нас в кармане. И нам еще нужно получить с тобой Лапекс и Шинигами. Ну, а Сплинтера, как говорится, можно и не трогать. Он нам, в принципе, уже не нужен, потому что он прокачан у нас. Уровень-то какой? Уже 60-й. Так что, друзья мои, скоро нам придется убирать Шархана из нашей команды. Хочет этого или нет. А придется. Ну, тут хорошо, что противники довольно легкие. Мы, считай, с тобой три волны проходим просто на одних ботах. То есть, я имею в виду вот эти вот дроны, которые мы с тобой разбираем. И только лишь на последний... Ага, видишь, здесь три лозады и два вот этих вот дрона, андроида.
А на четвертой волне в основном, ну, будет стоять уже, как говорится, боевая команда. То есть там будет и Алапекс, да, и Шинигами. Ага, Шинигами здесь нет, тут только Кейси, Алапекс и Рафаэль. И всего лишь два бота. Ну, хорош, 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 лисичка. Ну, что ты, что ты, что ты, что ты? Массовая атака. Вот, ребята, какая она. Смотри, она 65 уровня, да, сделала свою массовую атаку. И, как ты можешь видеть, урон она нанесла, ну, практически ничтожный. А разница буквально, ну, где-то в 5-10 уровней. То есть, можно делать выводы, что она действительно слабовата. Да тут и Рафаэль, честно говоря, не особо силен-то. Да, даже Шархан 70 уровня смог их всех добить. Ну, наверное, они сами по себе здесь были слабенькие. Ну что, друзья мои, я не знаю, стоит ли нам Шархана убирать. Или все-таки возьмем его на следующий поединок. Здесь, как ты понимаешь, уже будет все довольно серьезно. 75 уровень. Я, наверное, все-таки уберу. Не хочу рисковать. Не хочу рисковать, чтобы он у нас упал, чтобы мы с тобой здесь имели две звездочки. Опять же ставлю на автобой. Не забывай, здесь 5 волн. Также не забывай, что у нас нет с тобой отхила. То есть каждый, так сказать, каждая волна будет нам причинять боль. И чем больше мы с тобой этой боли получим, тем меньше у нас будет здоровья на последний бой. Вот сейчас Рокзарчик, конечно, зря берет провокацию. О, а вот это уже хорошо. Вот когда идет контратака, это имба. То есть ты встаешь в провокацию, естественно, все бьют тебя, а у тебя при всем при этом еще и контратака. Это замечательно. Ну вот зачем они сейчас потратили все свои суперудары, я ума не приложу. Для чего вы это сделали? Вам нужно это все приберечь на последнюю волну. Мне кажется, придется брать управление. Да ё-моё, ну он сейчас все потратит. Так, что у нас тут? Морозильная кошка, Лео. Угу. И, ну, надо начинать, естественно, с Микеланджело. Оу-оу-оу-оу, тихо. Так, наверное, волну. А Майки сейчас просто сделает уклоняшку, и все, ребята. И будем мы тут их ковырять до второго пришествия. А, он хиляет, ладно. Тоже немножко противно, конечно, но... Он бы мог подвесить уклоняшку. Мы вообще бы тогда по ним не... Да ты хорош, смотри, что творит. Почему постепенно... Ускорение, что ли? Нет, еще хил. Вообще восстановили все здоровье себе, ты представляешь? Так, секунду. Надо Майки заблокировать, наверное. Ты! Что происходит, эй? Что за дичь? Ну-ка, давай так бомбанем. Вот, Майки снесли. Теперь Лео. Нет, наверное, мы все-таки поставим защиту. Вот так вот. Ускоряет. А, комочек бросает свой. Так, ну что, Лео делает отхил. Команда хилеров, да, у них тут? Все, да выпендривалось. Ну что, морозильная кошка, я думаю, мы ее сейчас быстренько разберем с тобой. Ну и для кого ты делаешь ускорение, а? Кошечка, для кого ты свое ускорение тут делаешь? Оно тебе не поможет, ну, вообще никак. Но опять же повторю, у нас мало хп. А тут такая шейка-лейка. Так, во-первых, надо нам, наверное... Нет, лучше мы с тобой бомбанем, наверное, по карайке. Бросим бомбочку. Окей. Так, теперь уничтожим Шинигами. Ой, я же ставил на Шинигами. А почему? Блин, я, наверное, ребят, не доглядел этот момент. Я хотел, честно сказать, уничтожить Шинигами. Да господи, ты будешь падать? Сейчас кто? Кунаичи. В кого? Я почему-то даже в этом не сомневался, что будут бить Криса Брэдфорда. Голодранцы, а? О, голодранцы, что же вы сделали? Уничтожили мне Криса, а? Вот вшивики. Блин, специально не брал Шархана, думал пройти на 3 звезды. Да и фиг с ним, ребят. Это не актуально. Ну что, надо нам... Шинигами, главное, получили. Надо нам с тобой... А стоит ли вообще идти на сплинтера-то? Я не знаю, ребят. У нас вот тут еще испытание. На Усаги. Тоже будем тратить сыр. Ладно, поехали. Да вы издеваетесь. Ну что это за колоду мне дали? Ну, что это за шитики?
Я кроме Рафаэля здесь никого больше отметить не могу. Мы сейчас будем получать с тобой здесь люлей. Мутагеноид, Хан. Все это 50 уровня. Да, действительно, мощь. Мощь проигрывать. Вот что я тебе скажу. Ладно, пока он тут 40 уровня, мы можем его маленечко побомбить. О, делает масуху. И смотрим. Постепенный урон не повесил, да, никому. На тебе, кислотный бросок. Добить сможешь, Раф? Да. Первый бой. Ну, если честно, вот сейчас мне не страшно, как тебе сказать, проиграть здесь. Потому что, ну, у Саги у нас с тобой есть. Сплинтер у нас тоже с тобой есть. Мы сейчас в данный момент просто проходим ради этих ДНК. Но вот тут вот как быть? Убирать вот этих нужно двух шитиков, согласись. Потому что иначе их распишут. Грибы со своей инициативой просто нас сейчас задолбает. Ё-моё, он еще и бафает. И пробафал-то как яростно. На контратаку, на двойную атаку. Ну, естественно, на защиту. Как же без этого? Ну что ж, давай. А давай поставим с собой провокацию. Пускай Рафаэль каждому дает сдачи. И вот так еще сделаем с тобой. Все. Так, ну естественно, Усаги делает массовую атаку. Он в ярости вошел, понимаешь ли. Опа. На Рафаэля повесилась постепенка. Это что-то. Минус гриб. Так, минус второй гриб. Ну, вот мы и добрались до самого Усаги. Бабах. Добиваем его. Отлично. Ну что, переходим с тобой на следующий бой. Я так думаю, что это, наверное, последний. Хотя, помнишь, мы как-то с тобой даже одним персонажем отбивались. Я так не помню. По-моему, тоже так же против Усаги, да? Смотри-ка, тут как-то... Тут очень странный дроп идет. Ха! То есть мы можем с тобой получить вот такие карты. Я только сейчас на это обратил внимание. Ха. Прикольно. Так, ну что, поехали. 90 уровень и 70, да? А 61. Слушай, я не погорячился взять сюда паукуса-то? Я, по-моему, погорячился. Ну-ка. Минус гриб. О, паукус, по-моему, ребят, не доживет. Массовая атака именно от Усаги уничтожит паукуса. Это я тебе гарантирую. Даже вот так он его добьет контратакой. Все, ребят. Ну, давай посмотрим теперь, кто сильнее будет. Рафаэль с минимальным бафом или все-таки Усаги с максимальным бафом. Смотрим. Угу. Попробуем постепеночку на него влепить. Естественно, естественно, психует. Начинает крутиться, вертеться. Хочет постепенку на меня повесить. И как видишь, ничего не получилось, потому что у нас сопротивление сработало. Да, он меня просто не может пробить. Ребята, элементарно не может пробить. Ну, для его уровня это понятно. И опять же, две звезды. Так, я вот думаю, следующий стоит ли загонять или нет. Уровень. Как ты думаешь? Вот этот вот. Давай попробуем, а? Просто одним Рафаэлем будем сейчас играть. Ставлю, друзья мои, на автобой. И хочется мне на это дело посмотреть. Так, слава богу, мы с тобой грибы уничтожаем с одного удара. А здесь что-то не получилось. Так, он вешает месть. Окей. Так, уничтожаем гриб, правильно все делаем. Ага, бафается, короче, да? Так, защита, атака, защита и двойная атака. А мы повышаем себе силу атаки. Проверим. Опа, воу. Ну согласись, Раф Малорик, просто красавчик.
Отдубасил этого усаги 80 уровня, даже глазом не моргнул. Не только усаги, еще и эти грибы там паршивые, которые рядом крутились. Я считаю, что это было классно. Жалко, у нас с тобой сыр закончился. Я даже не смогу сходить сюда на мощь. Блин, посмотри, мешок добычи. Ай-яй-яй. Слушай, в следующей серии, да, я, знаешь, что хочу попробовать? Все-таки пройти вот здесь вот на 3 звезды. Вообще пройти полностью этот эпизод. Подраться, наверное, на эпизоде 5 с Усаги. Он там какого уровня-то будет у нас? По-моему, будет 90 как раз моего уровня. Ну и, конечно же, сходить сюда и посмотреть, что у нас будет здесь. Что за враги? Награды-то я уже вижу. Таких у меня, по-моему, еще нету. Это же ладонь черепашек, да? 2 пальца и вот 3-й согнутый. Так что, ребятушки, будем все закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.